Смотри-ка, смотри. Видишь? Пидорасы, блядь. Если ты хочешь что-то сказать, говори. Я же вижу твою инграмму, что ты грызёт. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло, в чем твоя проблема. Ты просто девочка из Хейвуда. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Ну, это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний, я твоих. Меня бесит, что наши воспоминания смешиваются. Эта история с чипом – худшее, что было в моей жизни. Неужто я еще не на первом месте в твоем списке? Самовлюбленный мудак – не такая большая проблема. По сравнению со смертью. Смерть через превращение в кого-то другого. Ты не заслужила такой судьбы. Ты боишься смерти? Нет, боюсь упущенных возможностей. Как в Арасака Тауэр? Как видишь, оттуда я тоже выбрался. И мы с ними еще не договорили. Нет, тебя просто бесит беспомощность. Тебе не дают слова. От тебя ничего не зависит. Что за чушь ты несешь, Ви? Когда-то весь мир вертелся вокруг Сильверхенда. А теперь всем на тебя насрать. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт-Сити в машину, которая ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Они давно получили контроль над нашей жизнью, но теперь им нужны и наши души. С этим сложно спорить. Может, ты и прав. Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по старой Америке. Это война людей против системы, погоди, которая давай... перестала нам подчиняться. Борьба с блядскими силами Джонни. Энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. Ты меня слышишь? Не знаю, кто ты, но слышу. Значит, у меня получилось. Меня зовут Соми, но лучше зови меня Сойка. Я знаю, кто ты. И про твои сложности тоже знаю. Я могу спасти тебе жизнь. Хорошо, Сойка. Я вся внимание. Очень хорошо. У тебя, наверное, много вопросов. Я отвечу на все в самое ближайшее время. Для этого тебе надо будет приехать в Доктаун, изолированный район Найт-Сити. Ладно. Не знаю, о чем речь, но готова рискнуть. Я рада. Для меня это много значит. Приезжай как можно скорее к главному въезду в Доктаун. Я с тобой свяжусь. Или это какая-то подстава. Или чудесное спасение. Быстро! Никаких пройти. Валите отсюда оба. Я из полиции Найт-Сити. Ищу подозреваемую, которая сбежала в Доктаун. Да вообще насрать. Езжайте назад в Сити, легавые.
Эта зона для вас закрыта. Поехали, Сара, это бесполезно. Блять, она же уйдет! Это Доктал. Забей. Что в багажнике? Как всегда, коробки из-под имплантов. Зетатеховские. Это в береговые трущобы? А куда еще? Приезжают пустые, уезжают полные. Скоро весь город подделками завалите. Не знаю насчет подделок. Да! Твою ж мать! Блять, мне как будто голову в тиски зажимают. Ви, все будет хорошо. Дыши глубже, считай до 10, повторяй мантру. Что-нибудь, что поможет тебе прийти в себя. Твоя нервная система не справилась, поэтому началась тахикардия. Не бойся. Ох ты просто... Не знаешь, из-за чего это? Вообще-то знаю. Ага. Я знаю, что у тебя в голове часовая бомба. Я обезвредила бы ее прямо сейчас, если бы могла. Скоро тебе станет лучше. Ви, тут что-то не... Кажется, она химичит с биочипом. Это как же... Ты прав, Джонни. Но я делаю это ради вас обоих. Да пошла ты. Когда мы оба занимаем протокол биочипа, у Ви может начаться приступ. Как сейчас. Я должна отключить какого тебя, хера? Чтобы не навредить вам с Ви. Я лишила его голоса. Он слышит, но говорить не может. Ты конструкт, как Джонни. Нет, Ви, я не транер. Я подключилась через когнитивный протокол биочипа. Вижу и слышу то же, что и ты. Сама я на борту президентского шаттла. Рядом со мной сидит Розалинд Майерс, глава новых Соединенных Штатов Америки. Ты летишь с президентом? Нет. Погоди, ты не шутишь. Да, не шучу. Система шаттла взломана. Он летит в Найт-Сити. Посадка произойдет где-то в Доктауне. Наши средства связи не работают. Я смогла пробиться только к биочипу. В настоящий момент ты наш единственный контакт на Земле. Как я могу помочь? И сколько времени у нас есть? Слишком мало, чтобы избежать падения, но достаточно, чтобы минимизировать ущерб и потери. Нам не обойтись без твоей помощи, Ви. Тебе нужно будет обеспечить безопасность президента. В катастрофе она выживет, а вот в Доктауне вряд ли. Тебе нужно вытащить ее из шаттла раньше, чем это сделают местные. У всего есть цена, Сойка, давай ее обсудим. Ты видела лишь часть моих возможностей. Они гораздо шире. Я могу тебя вылечить. Раз и навсегда. Ты не представляешь, как бы мне хотелось тебе верить, но... Я все понимаю. Тебе кажется, что выхода нет. Мне это чувство хорошо знакомо. Считай это авансом. У тебя на биочипе полно поврежденных данных. Я удалю их и освобожу место для более полезных вещей. То есть? Поставлю боевые программы Милитеха. А то пылятся. Ладно, спасибо. Это мера предосторожности. Ты должна быть на высоте. Смотри, я поставила тебе базовый софт. Но его можно улучшать. Программы будут развиваться вместе с тобой. Но для этого им нужны данные. Исследования боев, журналы операций, инфа, от которой полицейские посидеют на месте. Поищи их в Доктауне. Сначала надо туда попасть. Главные ворота отпадают. Пропуска у тебя нет, а фальшивые я изготовить не успею. Зайди, так сказать, с черного хода. Я буду тебе помогать в меру своих сил.
Это Курт Хэнсон. Вы находитесь в Доктауне. Вход на парковку за оградой. Когда-то здесь ходили контрабандисты. Теперь твоя очередь. Попробуй или пройти незаметно, или отвлечь охранников. Отлично. Теперь к делу. Поищи точку доступа к сети и подключись. Тогда я смогу тебе помочь. Тебе нужен другой этаж. Поищи, где можно спуститься. Выходи, я просто потрепаться хочу. Теперь найди аппаратную. Я уверена, что там можно будет подключить питание. Заходи в лифт, я все сделаю. Через минуту ты будешь в Доктауне. Постарайся избегать людей Хансона. Расскажи мне побольше об этом Курте Хансоне. Он служил в армии Милитеха. К концу войны он должен был захватить Найт-Сити. Они пробились. Заняли Южный плацдарм. И в итоге так с него и не ушли. Вместо того, чтобы сложить оружие, Хансон основал так называемый Доктаун. Променял одну войну на другую. Война приносит деньги, как скрытая, так и явная. Наверх и через склад. Оттуда попадешь на рынок. Винтовки, тактическое снаряжение. Нужно что-то посерьезнее? Загляните на склад, а? Малые калибры, крупные калибры, нелегальные калибры. Патроны, винтовки, тактическое снаряжение. Нужно что-то посерьезнее? Загляните на склад, а? Это Курт Хансон. Если вы слышите это, то вы обратились по адресу. Бандитские войны, NCPD. Не в Доктауне. Налоги, кому они нахрен нужны? В Доктауне я обеспечиваю безопасность до тех пор, пока вы соблюдаете мои правила. Тебе кажется, что это справедливо? Я так и думал. Погодите. Это как же не укради? Ты забыл, где находишься. Продукция наша. Ну, ладно. Вы меня отпускаете? Я бы отпустил, только ты же не послушал. Ви, я хотела спросить, насколько у тебя все плохо? Время поджимает. Рано или поздно биочип меня добьет. Главное, что ты борешься. Пытаешься придумать, как тебе выжить. Есть ощущение, что ты ради этого пойдешь на все? Можно и так сказать. Не отчаивайся. Я с тобой. Ну, допустим. Бесплатно вырезать. Если ты, блядь, такой раз... Хорошо. Теперь тебе нужно на крышу. Это еще зачем? На город посмотреть. И я не шучу. Оттуда буквально видно место, где мы приземлимся.
Ты добралась. Хорошо. Как обстановка на борту? Стабильная, но напряженная. Сама понимаешь. Видишь? Это мы. Наш самолет. Мы снижаемся. Посадка будет... О, нет! Что? Что такое? Охренеть. Сойка! Вы президент? Пожалуйста. Сойка? Черт. Господи боже, блядь. Охуеть. Ох. Окей, окей. Я поняла. Спасти президента? Да, без проблем вообще. Ох, я на связи. Сойка. Мы приземлились. Все в порядке. Блять, Сойка. Я уж думала, ты... Господи. Знаю. Знаю. Если бы я была кошкой, у меня бы сейчас началась девятая жизнь. Я отвела Майерс в защищенную кабину и катапультировалась. Беги к шаттлу, Ви. Вытащи ее. Я ввел чрезвычайное... Ракеты? Сойка, вас что, просто взяли и избили? Какого хера? Будут появляться по мере... Я не знала, что Хансен настолько ёбнутый. Или целеустремленный. Приходи скорее. А потом что? Какой план? Найди Майерс и отведи ее на Элизабет Крест. Внимание всем же. Там сейчас безопаснее всего в Доктауне. Курт Хансен. Ладно. Я тебя проведу. Удачи, Ви. Этот район теперь является запретной зоной. Ну конечно, давай... Теперь наверх, по лесам. Сейчас мы ее выбьем. Черт, люди Хансена уже там. Хотят закончить начатое. Сколько у вас там своих людей? Летело 11, включая меня и Майерс. Сколько осталось в живых? Без понятия. А мне надо как-то... Стоп! Я знаю. Заберись на кран. Я попробую его запустить. Нельзя терять ни минуты. Она на меня напала. Через крышу. Шаттл прямо по курсу. Не надо было прыгать на Баргест. Готовься. Противник вызвал подкрепление. Держать позиции, сукины дети. Хватит. Устранить цель.
Ви, ложись. Сейчас взорвется. Не спать! Взял дробовик. Сокращаю дистанцию. Ви, на что ты тратишь время? К шаттлу. И не попади по агентам НСШ. Они свои. Херач. Залезай скорее. Топливный бак изолирован. Он не взорвется. Видишь что-нибудь? Ага. Раздолбанный шаттл. Есть выжившие? Если есть, я их не вижу. Неужели мы опоздали? Иди до защищенной кабины. Я взломаю двери. Ох. А-а-а, да твою же мать. Ох, пусты. А вы успокоитесь? Смотря, кто ты? Успокойтесь, я от Сойки. Имя у тебя есть? Меня зовут Ви. Прошу прощения. Мне надо было убедиться. Ладно, дельтуем пока. Твою же мать. Они до сих пор не успокоились. Смотри в оба. Их надо убрать. Всех до единого. Нет времени тебя искать. Вылезай. Прекрасно. Это они надолго запомнят. Ты меня достал. Я займусь. Сейчас наделаю в ней дыр. Отлично, Ви. Подумай о карьере морпеха. Сойка, ты тут? Вы. Как обстановка? Мы живы, обе. Сейчас вам нужно в заброшенное здание на... Элизабет Крест-стрит. Я помню, не бойся. Там можно будет затаиться. Теплового излучения нет, значит, люди там не живут. Не задерживайтесь. Сойка на связи. С ней все в порядке. Она нашла нам укрытие здесь, недалеко. Сойка? Я за нее волновалась. Забыла, что она всегда выходит сухой из воды. Вам очень повезло, обеим. Хм. Возможно, ты приносишь удачу. Это какой-то кошмар. Все мои подчиненные погибли. По моей вине. Если это кошмар, то пора бы уже проснуться. Не так это просто. Ты не понимаешь, насколько все серьезно. Нас взломали. Значит, Хансену кто-то помог. Из Вашингтона. НСША наверняка уже знают о крушении. Отследить шаттл по спутникам до Доктауна несложно. Хотя все может быть сложнее. Я уверена, что Хансен уже успел накормить всех пропагандой. Нашим людям теперь будет еще труднее пересечь границу. Верить нельзя никому. Ох. Я уже не знаю, что делать. Понимаю ваши опасения, но не забудьте, что еще есть я. Ты... И Сойка. Мы поможем вам выбраться.
Спасибо, Ви. Пока что будем следовать плану, а дальше посмотрим. Погоди-ка. Черт. Если у Хансена есть кто-то в Белом доме, меня могут отслеживать в режиме реального времени. У меня под кожей датчик. От него надо избавиться. Сама я не справлюсь, он рядом с артерией. Постарайся ее не задеть. Надеюсь, вы все обдумали. Без него вам придется рассчитывать только на себя. И на тебя. Ну как, терпимо? Нет, но что мне остается? Ладно, дышите глубже. Стой, это же... Дрон, режь быстрее! Прячься. Живо. Быстро реагируешь. Вы? Я здесь. Очень вовремя. Ты там нормально? Да, но все может быстро измениться. Вам надо подняться на крышу здания. До связи. А вот и Сойка. Говорит, чтоб мы поднялись выше. Веди. В конце концов, это твой город. Ух ты! У них тут прямо музей. Ха! Музей строительства иллюзий. Здесь за большие деньги покупали и продавали несбывшиеся надежды. Само здание выглядит неплохо. Особенно для Доктауна. Странно, да? Может, Хансен нашел себе глупых богатых спонсоров. Не стоит задерживаться. Сойка, у нас проблема. Можешь открыть дверь? Я пытаюсь. Нет. Замок заело. Придется ее выламывать. Придется немного поднапрячься. Вряд ли. 3, 2, 1. Ух. Готово. Теперь пройдите через этот зал к лифту. Кажется, мы в одном из арсеналов Хансена. Надо найти лифт. Он на той стороне. Ох, как не вовремя. Ви, что сейчас с тобой? Это пройдет. Ух, видите, мне уже лучше. Что случилось? Тебя ранили? Нет, все нормально. Ви, перестань. Я же вижу, что ты меня обманываешь. У меня в голове экспериментальное устройство Арасаки, которое меня убивает. Соми сказала, что может помочь. Ты сейчас говоришь о биочип? Да, о нем. Я читала, что его украли у Арасаки. В тот же день, когда Сабура проиграл битву со смертью. Правильно. Теперь понятно, как она с тобой связалась. И почему ты согласилась на эту спасательную операцию. Спасибо за честность. Похоже, для нашего же общего блага нам лучше держаться вместе. Думаете, будут проблемы? Сегодня ничего другого не будет. Надо быть готовой к любому развитию событий. Ладно, это наш, 8-й. Хорошее место для засады. Надеюсь, никто об этом не подумал. Я прикрою. На счет 3.
Раз. Два. И темно. Хоть глаз выколи. Где же ты, Соми? Видимо, мы пришли первыми. Похоже на то. Придется подождать. Только я бы предложила ждать при свете. Нам так или иначе нужно электричество, чтобы включить радио. Боитесь пропустить ежедневный сеанс запугивания? Хочу знать, что происходит в городе. Только сначала мне надо переодеться. Гляди-ка, Ви. Постмодернистское искусство. Скорее, самодельный генератор. Может, попробуем его запустить? Ага. Это двигатель от Тартона. Довольно старый. Тут осталось немного топлива. Если оно не испортилось, должен заработать. Правда, я не могу его запустить. Электричества нет. Ага. Кстати, ты заметила, что на нас уж больно давно не лился свинцовый дождь? Мне кажется, это не к добру, а тебе. Мне тоже. Непонятно, чего ждать дальше. Сойкана, гениальная нетранерша. Обещает нам панацею, внезапно пропадает с радаров. Майерс. Политическая интриганка, которой кинули нож в спину аж из самого Вашингтона. Кто и зачем это сделал? Хуй поймет. И, конечно, Курт Хансен со своей ебучей зениткой. Потрясающе. У меня все буквально зудит от ощущения, что кое-кто скрыл от тебя кое-что очень важное. Думаешь, Сойка нам о чем-то не рассказала? Она вообще загадочная. Мне такие нравятся, но с ними редко выходит что-то хорошее. Да и времени на разговоры не было. Только на бег хватало. Шаттл, бег, химера, опять бег. Да, просто есть у меня пара вопросов к девчонке. Надеюсь, будет возможность их задать. Ладно, давай пока разберемся с питанием. Вот так вот. Запускай. Ну, попробуем. Осторожно. Получилось. Смотри, что я нашла. Что скажешь? В холодильнике есть еще. Бери. Госпожа президент, я готова за вас голосовать. А в какой номинации? Может, эта Сойка оставила нам подарок? Было бы замечательно. И снова к новостям Найт-Сити. До сих пор продолжается обсуждение произошедшей сегодня авиакатастрофы. Представители НСША заявляют, что на борту самолета находилась президент Розалинд Майерс. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию, однако информация поступила из более противоречивого источника. Курт Хансен, самопровозглашенный глава Дагтауна, на сегодняшней пресс-конференции заявил следующее. «Меня подставляют, разве это не очевидно? НСША уже давно вышла из моей крови». Я не лишен недостатков, но я не самоубийца, чтобы покушаться на жизнь главы НСША. То, что произошло в Дагтауне, не является мелочью. Я призываю всех вас задуматься об истинных мотивах того, что перед глазами. НСША использует любой предлог, чтобы направить войска в Дагтаун. И остановятся ли они на этом? Нет. Вы, добрые жители ночного города, следующие в этой грёбаной очереди. Сука. Запомни мои слова. Ну ладно. Еще одна война. Этот солдафон умён. Может, даже слишком умён. Он несет бред. Никто ему не поверит. О, ему все верят. Об этом говорит уже то, что журналисты к нему пришли. Главный враг Найт-Сити теперь на первых страницах газет. Просто невероятно. Если некие люди хотят развязать войну, покушение на мою жизнь дает к этому очень хороший повод. Надо срочно сообщить Белому дому, что вы живы. Позвонить в Вашингтон, не зная, кто тебе ответит. Друг или враг. Или выйти на улицу и весело помахать снайпером Хансена. Нет, Ви, я не буду этого делать.
она не пришла. Значит, уже и не придет. Вы видели, какую армию Хансен за нами отправил? Может, ее поймали? Не исключено. Это худший из возможных вариантов. Я должна ее найти. Нельзя оставлять своих в тылу врага. Кадеты до сих пор верят в эту байку? Что бы ни случилось, ей надо помочь. Тогда нужен новый план. Не план, а человек. Я знаю одного. Его зовут Соломон Рид. 7 лет назад он возглавлял нашу агентуру в Найт-Сити. Соми работала с ним. После войны он перешел в состояние бездействия. То есть он все еще где-то здесь. Рид — человек принципиальный. Его нельзя купить или переманить. Он единственный, кому мы сейчас можем довериться. То есть у вас был туз в рукаве. Почему вы не выложили его раньше? Привлечь спящего агента не так просто. Тебе нужен будильник. Что нужно? Сигнал, который услышит только Рид. Только не говори ему, что я так это назвала. До войны ФРУ пользовалась засекреченным каналом связи. Доступ к нему был только из местного капитана Кальенте. Звонить надо по номеру. 0-9-3-1. Вид, тут что-то не так. Звучит вроде несложно. Только учти, я предпочитаю тихую работу эффектной. Ладно, к чему мне готовиться? Риду нужно будет тебя проверить. Покажи ему это. Он поймет, что ты работаешь на нас. Данные о тебе добавят в базу ФРУ. Стойте, стойте. Хотите сказать, я теперь спецагент? Ну да. Хочешь дать клятву, как полагается. Нет, не надо. Давайте без формальностей. Тебя что-то не устраивает? Слишком большая ответственность. Не хочу подписываться на то, во что не верю. Как пожелаешь. Это было спонтанное предложение. Удачи на задании, Ви. Не попадись этим недоумкам.